Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Что это мы сейчас с вами узнаем, так как по описанию написано, что аксессуары. Так, здесь... Так, ну понятно, это корпус для... Raspberry. Pi модель B. Вот так, по-моему, она называется. В общем, такой вот корпус. И радиаторы к ней. Что-то уже отлетело, какая-то пластмассовая штучка. Корпус пластмассовый. Как его здесь собирать, надо разбираться. Добирался он сюда довольно-таки быстро. Доехал. Заказывал на сайте AliExpress. В общем, как-то так он собирается. Написано в описании, корпус акриловый. В общем, качество такое себе, не сказал бы, что... Хорошая на ощупь пластмасса, или это, как оно там, акрил, по-моему. Стоимость его около $3. И, по-моему, радиаторы даже в подарок были. В общем, кому интересно, заказываем. И вторая посылка, это также корпус для Raspberry Pi модель B. Самое... Что плохое в этом, это то, что я уже 2 раза на сайте GearBest заказывал саму плату Raspberry малинки этой. Но так я ее не получил. 1 раз я отменил заказ, так как ее долго не отправляли. 2 раз заказал. И вот недавно я опять же отменил заказ. Это уже упаковано получше. Видим, обмотано все пупырчатой пленкой. Заказывались они примерно с предыдущим в одно время, с предыдущим корпусом. В общем, платы нет, но зато корпусов у меня уже целых 2. Этот корпус должен быть получше, но... Как-то на картинке он смотрелся более презентабельно, чем здесь. Ну, сейчас я... Такое впечатление, с какого-то картона вырезали. Какие-то надписи непонятные. В общем, как прессованная бумага. Ну, посмотрим, соберу. Это также где-то в районе $5 стоит. Доставка тоже довольно-таки быстрая. Я же говорю, плохо только то, что самой платы нет. В общем, кому интересно, ссылки в описании. Кому интересно, заказываем. Доставка вполне вменяемая. По срокам, ну, если не ошибаюсь, где-то около 3 недель. Добирались они сюда. Что один, что первый, что второй. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.